такая приспособа, чтобы седло не царапалось. Руль с шифтерами. Велокомпьютер отогнул. Велокомпьютер с электро я снял. Удобное сиденье, мягкое, в виде бочки, ведра. Это заднее колесо исправлял, которое очень много лет, ну практически всю дорогу, сколько у меня велик, столько я и мучился с этим биением. Я не умел их равнять. Я не знал, что надо снимать покрышку с колеса, а пробовал вот эти штучки крутить. И у меня ничего не выходило, потому что я таким образом равнял только восьмерки. А чтобы выровнять биение, нужно его видеть. Биение или яйцо в простонародье. А чтобы его увидеть, вот нужен ориентир. Я очень благодарен автору канала Хатапхик, ссылочку оставлю в описании, за его метод. Метод на 100% рабочий, реальный. Все очень удобно. Только он резиночками приматывал деревяшку, а я потуже вот таким тканевым полосой примотал туго, чтобы она прочно никуда не сдвигалась. И вот еще дополнительно на крыло опирается, расклинено. Вот таким ключиком я работал. Вот этой стороной под мои непиля. И хочу вам продемонстрировать. В общем, я полностью ослабил, чтобы исправить биение. Я полностью перетянул, перебрал все колесо, весь обод. Сейчас я еще фонариком буду подсвечивать дополнительно. Будет лучше видно. Тут щель. Здесь все видно, что и не трет об деревяшку, и не отдаляется от деревяшки. Втулочка уже стучит, постукивает. Уже 25 500 накатала. Буду ставить Новатек на замену на промподшипниках вместо шариков. Вот. А с этой стороны рисочка острым карандашом нарисованная. И нужно, чтобы она была одна, чтобы никаких двойных, тройных полос не было. Иначе можно запутаться. Это не реклама моего обода, Ригида. Ну, хотя обода классные шли в комплекте как бы. До сих пор на заднем ободе катаю. Ну, вот такая картинка сбоку, как бы. Тут тоже критичного ничего нет. Небольшой люфт, как бы, допустим. Я очень доволен. Сейчас поставлю покрышку. И потом, как... Первый раз выйду на асфальт, все будет чувствоваться. Биение отдавало сюда вот в седло. И получается... Все усилия, часть усилия на педалирование как бы гасилась. Все, я очень доволен. Красота.
Это уже благодаря тому видео, которое я посмотрел, это уже получается третий обод, который я перетянул.